А в России быть? Быть. Что, посмотрел? А, заем уже побольше. Ты кроме сала уронил? Ты перезаряжал его? А? Малой, ты перезаряжал? Кроме сала уронили? Перезаряжаю после... Пойдем сходим в осик укропом. Хорош стрелять, пидорас! Это я говорю, блядь! Хорош! Ой-о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 й! Хороший! Стоять! Тебе не страшно? Нет! Я уже так натерпелся за эти 3 месяца, блядь. Здесь стою. А сколько тебе лет? 52. А воюешь? Воюю. 6 апреля воюю. Почему ты воюешь? Это моя земля, у меня тут дочка, жена, внук, все здесь. Еще я должен кому-то что-то отдать. Я к ним пришел, они к нам снова пришли, блядь. И мне не жалко, блядь, этот дух, это умереть на этой земле, блядь. Вот здесь. Я стою за свою землю, за свою семью, за всех. Бачу, видишь, как я стреляю? Вижу и слышу. Да. И что дальше? Они думают нас победить, а не получится у них там никогда. Никогда у них не получится. Пока мы живые здесь, никогда у них не получится. Блин. Вон, видишь, как лупит. Со всех сторон. Ай. А стреляю. Долбит. Ты же видишь? Видно. Сам видишь. Ну, конечно, ты видно. Они находятся туда, да? Да вот, 100 метров от нас. Вот видишь, вагоны вот стоят, вот они, вот. Вот вагоны все, это все не за все вагонами. Мы здесь уже 3 недели стоим и будем стоять чуть-чуть. Нормально пацаны поливают. Стояли и будем стоять. И говорю всем, пацаны, вы не сюда пришли, не за этой войной вы сюда пришли, бля. Не для того вы воюете, не за тех вы воюете, за нас надо воевать. Мы стояли и будем стоять здесь до конца. Хоть бы кто тут не был, кто не пришел бы сюда, всех, все. Я вам говорю, что, бля, мы здесь стояли и будем стоять до конца. Это точка.